В поселке Удачные мать после сильнейших травм несколько дней цеплялась за жизнь, только чтобы спасти своих новорожденных малышей и найти для них пропитание. Эта трогательная история материнской любви уже облетела интернет и потрясла даже видавших всякое. Ее героиня, вопреки всему, еще жива. Она бездомная собака. Влада Копыловская разыскала дворнягу. Эти малыши родились в поселке Удачный на улице Счастливой у бездомной собаки по кличке Удача. Но настоящее чудо, говорят волонтеры, в том, что щенки все еще живы. 18 мая нашу Удачу сбила машина. Но у нее отказали задние лапки, но она не стала мириться с этой участью. Она приползла на двух передних лапах к своим детям, чтобы их продолжать кормить, согревать своим теплом. И вот трое суток она в таком положении находилась. Собаку подкармливали местные жители. Двоих щенков они утопили, говорят, из жалости, чтобы животное не страдало, глядя на голодных детей. Волонтеры из общества «Белый клык» отвезли Удачу в ветклинику. Там выяснилось, у нее перелом позвоночника. Ветврачи сначала собаку даже думали усыпить. Так сильно она выла и мучилась. Но когда после операции Удачу вернули малышей, сразу же успокоилась. У этой красавицы огромная тяга к жизни, выраженный, просто потрясающий материнский инстинкт. То есть она будет ходить, возможно? Я вот очень надеюсь, потому что частично спинной мозг сохранен. Сейчас волонтеры, говорят, будут рады любой помощи. Нужны и вот такие вот впитывающие пеленки, и специальный заменитель молока. Ну и, конечно же, денежной помощи тоже будут рады, потому что операция только обошлась в 10 тысяч рублей. Ну а главное, это, конечно же, пристроить малышей. Сегодня ветврачи уже готовят Удачу на выписку, только вот пока забирать ее некуда. Собаке нужен хотя бы временный приют, а там, если повезет, для нее найдется заботливый хозяин. Влада Копыловская, Сергей Симохин, СТС Прима. Новости. Таких душераздирающих историй в нашем телеархиве десятки. И каждый раз находятся неравнодушные красноярцы, готовые помочь кто чем может. Всех, кого тронула история Удачи и ее малышей, волонтеры просят обращаться в общество защиты «Белый клык», по телефонам, которые видите на нашей плазме.